Ну и информация из-за рубежа, которая заслуживает вашего внимания. Столица Нидерландов охвачена беспорядками. Тысячи людей собрались в центре Амстердама, вопреки запрету на участие в демонстрациях. Его вели после волны антисемитских выступлений, но они продолжаются до сих пор. Участники выкрикивали лозунг «Свободу Палестине». Полицейские патрулируют разгромленные улицы, задержано около 100 человек. Вандалы выбегали на площади и прилюдно избивали прохожих. А приехавших на помощь врачей и полицейских забрасывали камнями. Еще участники протеста остановили заполненный пассажирами трамвай. После неудачной попытки перевернуть его, протестанты выбили стекла и подожгли транспорт. В итоге, как минимум 5 получили ранения и попали в больницу. Напомню, протесты начались еще на прошлой неделе. После футбольного матча между нидерландской и израильской командами спортивные фанаты обеих стран столкнулись на улицах Амстердама.